Украина может получить безвизовый режим со странами Европейского Союза в октябре или ноябре. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире телеканала «Интер». Он подчеркнул, что предоставление Украине безвизового режима поддерживают абсолютно все страны ЕС. По его словам, проблема состоит только в том, что Европейский парламент обсуждает механизм фиксации миграционных рисков и реагирования на них. Позднее в СМИ появилась информация, что Совет Евросоюза намерен рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для Украины на встрече министра внутренних дел в Люксембурге с 13 по 14 октября. Но с этим по-прежнему связано много проблем.